беспредела. Лучше бы в душе создать уют. Я прошу вас, отзовитесь, отзовитесь. Так и жизнь пройдет, и не заметишь, как хоть на миг, хоть на миг остановитесь. Хоть казалось, это вроде бы пустяк. Но вот все куда-то мчатся, мчатся все заботы и дела. А я никогда не так. Я эти глупые привычки не имею. Стоит ли всю жизнь вот так метаться? Мчаться все куда-то в никуда. Я прошу